Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Канал Masters of Body вас приветствует. И сегодня настал тот день, когда мы подводим итоги нашего конкурса. С вами, как всегда, Андрей Шарапов. Константин Придьма. И Дмитрий Журавель. Всем привет. Хочу напомнить, что условиями конкурса было придумать самые интересные темы для наших дальнейших выпусков. Мы отобрали три темы, на наш взгляд, победившие, самые интересные. И сейчас я озвучу вам результаты. Первая тема называется «Домашние тренировки» или «Тренировки в домашних условиях без дополнительного снаряжения». Эту тему востребовали и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. И победителем являются Александр Москаленко и Анастасия Шабала. И теперь я озвучу второе место. Второе место заняла тема «Прокачка ягодичных мышц». Очень востребованная тема среди женского пола. И два победителя у нас. YouTube-канал «Тандем АТ» и Татьяна Бузаверя. Третье место неожиданно для нас заняла тема функционального тренинга и все, что связано с этим в тренажерном зале. И победителем является Валентин Михайлюк, который также получает наши призы. Параллельно нами был проведен опрос в Instagram, и инстасообщество высказало свое мнение по поводу тем интересных, наиболее интересных для снятия дальнейших роликов. И удивительно, но результаты разошлись не сильно. Максимально интересные темы были тема номер 3, это функциональный тренинг, и также тема номер 1, домашние тренировки, тренировки в домашних условиях. А тема номер 2 так и осталась на втором месте. Это голосование было более активным, чем на YouTube-канале, но все равно спасибо за вашу активность. Просьба чаще заходить на наш канал и показывать вашу активность именно там. Отдельная благодарность компании, которая предоставила нам спортивное питание. Это PowerZone и фитнес-клубу Orange, в котором мы снимаем и занимаемся. Просьба победителей связаться с нами с помощью контактов, указанных в ссылке ниже, под роликом на нашем канале. Ваши призы ждут вас. Огромное спасибо за активность.